Всем привет! Вот уже наступила весна, вот уже у меня цветут такие красивые цветочки разные, вот ранние, которые скоро зацветет, сейчас покажу, сакура. Вот уже скоро-скоро распустятся цветочки. Ну и я, как и обещала, показать вам весной, что получилось из моих роз, которые я садила в картошку. Давайте посмотрим, что у меня вышло. Итак, здесь мы, кстати, вот такой цветочек красивый, это гиацинт расцвел уже. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, сейчас открою. Так. Ну, эта розочка, видно, живая, зеленый стебелек. Все хорошо с ней. Смотрим следующую. Так, открываем. Так, ну, это не знаю, может быть, выживет наполовинку. Вот внизу все-таки зеленый. Зеленый стебель идет. Вроде бы как и почечка, вижу, такая живая. Ну, посмотрим потом, что получится. Так, смотрим дальше. Так, снимаем. Ну, это вот вообще отличное получилось. Ну и как видите, все очень волновались, что у меня вырастет картошка. За зиму картошка не выросла. Вот, ничего нету. Все в этом плане нормально. Вот следующая, кстати, вот банка, я вижу, розочка здесь сухая. Здесь ничего, по всей видимости. Да, эту можно убирать. Все, она вот сухая. Это не получилось. Ну, то есть, в принципе, вот дальше вижу зелененькая веточка, то есть все в порядке. Вот там тоже все хорошо. Ну, вот получается, в принципе, где-то 1, 2, 3, 4. 4 веточки у меня получились вот сухие совсем. И я садила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Было 9 из 9 веточек, которые я садила. У меня получилось 5. 4 не вышло. То есть я считаю 50 на 50, 50%, скажем так, получилось все хорошо. Ну, думаю, это нормальный результат. Потом, что будет дальше, я тоже либо напишу в комментариях уже, либо покажу потом, как будут расти мои розочки, что из этого всего выживет. Ну, а сейчас вот те, которые хорошо, ну, я не знаю, там укоренились или нет, но, по крайней мере, видно, что они живые. Я взрыхлю землю, банки я убираю вот весной. И ставлю вместо банок пластиковые бутылки, вот, чтобы низ отрезаю, и чтобы на день открывать крышку. И так делаем. Итак, вот видно, землю я взрыхлила. Здесь все хорошо. Затем беру большую вот пластиковую бутылку, ну это на 6 литров была, и отрезаю низ бутылки. Вот видно, я уже обрезала. И теперь я эту бутылку вот ставлю вот так. Можно было бы пластиковые бутылки сразу и на зиму ставить. Но мне не нравится на зиму ставить, так как ну, все-таки ветер осенью, да, зимой. И часто сносит бутылки. Все-таки банка, она как-то, ну, ни разу не улетела никуда. Вот, почему я меняю весной бутылки? Вот ставлю пластиковые, потому что вот есть крышка, которую я на день вот открываю, и днем вот воздух поступает, воздух, ну и в то же время стебелечку тепло сохраняется. Вот, если полностью открывать банки весной, то очень часто, что потом пропадает, вроде бы как и зелененький, и все, стебелек вот, а потом пропадает и все, ну не принимается. Меня когда-то так научили, я так делаю, ну и вроде бы как получается все. Ну вот, так вот получаются мои розочки, то есть 50% выжило, это нормально. Вот, ну и дальше посмотрим, какие потом будут розы.
Всем спасибо за внимание. Как я обещала, все показала. Картошка не выросла. Розочки 50% принялись. Так что все хорошо. Смотрите мои другие видео. Всем пока-пока.